ощущает ты ум, ощущает ты вибрацию, ощущает ты намерение подняться над болотом, который мы называем мир. Ум как средство транспортное употребляет ум как крылья. Мантра строит мост. Переходим мы с вами вместе. Поднимаемся над телом сначала. Тело очищается от всего тяжелого, от всех мыслей. Особенно у меня этого есть или у меня этого нету. Месяц октябрь, специальный месяц, месяц богини Лакшми. Также энергия имеет много форм, практически все и все, что мы не видим на Земле, это форма энергии. Иногда в твердом форме, иногда в легком форме. Те же самые молекулы и атомы вибрируют по-другому и создаются разные жидкость, твердость. То есть от густота зависит это и густота зависит от вибрации. От этого зависит, вода будет как вода, будет как лед или будет как пар. И также все разные боги, в основном это единая сила, отражая разные наши необходимости. Лакшми, ее молится вся бизнес Индия, потому что с Ганешем начинается бизнес, а Лакшми это то есть цель. Лакшми также означает от слова лак цель. Четыре руки, которые означают четыре цели, которые у человека есть. Кама, артха, дхарм и мокша. Кама это, то и, грубо говоря, это то и страсти, и сексуальность, и чувствительность, на что там люди там увлекаются. Это окей, это одна из целей в одном этапе жизни. Артха. Это денежное богатство, материальное богатство. Тоже нормально. Дхарм – это твое духовное богатство.
но богатство. А мокша – это твоя самореализация, освобождение от прежних трёх, от всех зависимостей освободиться – это мокша. То есть она, Лакшми, у нее четыре руки, четыре цели, четыре объекта, которые человек должен добиться в течение своей жизни. Материальные, религиозные или так, духовные, сенсуальные. И четвертый, самый важный, на последний этап, мокша. Лакшми напрямую – это женская сторона Бога-создателя Вишну. Его энергия. У каждого Бога есть энергия во форме женственности, которую мы называем Лакшми для Вишну. У Шива Парвати. У Брахма Сарасвати. То есть у каждого Бога есть энергия женская, его противоположная или партнерство, без которого Бог никакой. И Лакшми всегда сидит тоже во цветочком лотосе, означает здесь бесконечное богатство. Его мантра. Ом Шри Шрие Нама. Все бизнесмены Индии употребляют разные техники, разные молитвы, разные ритуалы, чтобы лишь бы богиня Лакшми, потому что она напрямую переводится как денежная Бога-матери, которая в принципе в форме денег тебе благословляет, золото. Но народ так принимает, что Лакшми – это материальное богатство. И поэтому все бизнесмены всегда держат, имеют ее картину у себя и так далее. И если будете там такой, то у нее всегда будет золото. Богиня Лакшми, она дает золото. Когда у нее поэтому на руках есть такое благословение и золотое. И обычно у нее есть всегда золото рядом. То есть она дарющая золотое. Золото ясно сможете читать из золота. И мантры еще раз. Ом Шри Шри Нама. В этом курсе, который у нас получается через медитацию, все чакры мы прошли, вот это первый Ганеш, второй Шива и Парвати вместе, третий, как солнце, Брахма, где пупок. Четвертый у нас Хари Рама, Хари Кришна, при рождении Аватара, Бога Вишну. Пятый у нас Ом Нама Шивая, потому что Шива принял яд и приостановил его в горле, чтобы спасти человечество, Вселенной. Это его коммуникация с своим актом любви для других. То же самое мы учимся. Шестой прямо третий глаз, тоже Шива в другом форме, но для ясности. Или можете Рам употреблять, который открывает сердце. Ом можете. Ом Намо Рудрай Намо. Разный, но фокус на шестой, где интуиция срабатывает. Первый шесть мы можем сами. А седьмой надо благословение. Лакшми. Тоже, если не так вот это не так случайно, то на английском Лакшми, лак это везение. И по рассказу она была женой Вишну. Она выбрала Вишну. Когда была конфликт между демонами и богами, то
они вместе подняли из дна океана, который считается для нас, те, которые более образованы, считаем, это океан всегда означает самосознание. От глубочайшего подсознания поднимаются разные богатства, и там было главное, что поднялась Лакшми в конце концов. И Лакшми выбрала Вишну. Таким образом, боги стали сильны и победили. В конце концов. То есть там большой рассказ, много значений, но выбор такой, выбор Лакшми из богов сделает побеждающими. Поэтому ее присутствие в жизни, без него там везения не будет. Ее мантры большинство людей только за деньги говорят. А мы, как искатели благословений, будем ощущать во время мантра ее благословение духовного богатства, которое будет проникать в нас через макушку. Через макушку будем ощущать благословение. Богиня Лакшми. Ее обожает вся Индия, потому что, ну, все хотят денег. И это ее, вот это везение, то есть Лакшми, Лак тоже. Ее благословение, которое в жизни приносит богатство. Ну, поэтому большинство все христиане, все там Лакшми, 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 там вот это, там разные обряды, много их. И люди берут много денег за эти обряды. Молиться за Лакшми не дешевое дело в Индии, потому что ты хочешь деньги, то ты должен тратить на нее, на эти обряды. Поэтому ее мантры и так далее, они очень так, ну, и очень-очень популярны. Но есть некоторые скрытые мантры тоже. И мы будем сегодня первые шесть, мы сами с разными мантрами, разными визуализациями, разными благословениями, мы открыли разные шесть чакры. Первый опять. Ом намо Ганеша. Второй. Ом намо Шива. Третий. Брахма мантра. Можете просто имя Бога всегда будет держать ключ. Ом намо Брахма тоже Брахм, Кам Брахма тоже можете это употреблять. Четвертый Хари Рам, Хари Кришна. Рождение Автара Вишну. Пятый Ом намо Шивай. И шестой можете Ом намо Шивай тоже для. Можете Ом намо Шивай для всех, а можете визуализировать тот Бог, который вам близок к сердцу. Иисус может, да? Наше тело, наше вселенное. Внутри этого вселенной, там, в той части, где мы визуализируем любого форма, бесконечного божественного присутствия, которое внутри и вокруг, та часть активизируется. И просто вы и хорошо иметь систему, но ну, просто можете Ом намо Шивай всякий. Но шесть эти чакры мы можем сами контролировать и сами открыть. И чем выше мы открываем, тем больше нижний там балансируется. Но в седьмой он как-то не совсем под нашей рукой. То есть на седьмой нужно везение. Поэтому Лакшми позываем. И Лакшми, та сторона Богоматери, которая дает человеку исполнить четыре его святые желания. Первое желание – арт, денежный, кама. Все, что относится к сексу тоже. И страсти, короче. Чувствительность или чувство, или мир ощущения, чувство, богатство ощущений, считаем так.
Третий, твои вот этот духовный путь, какой успех у тебя по духовности той. А четвертый, мокша. Четвертый цель человеческой жизни, мокша, освободиться от всего прошлого. От прежнего и низкого, вот это мокша. Но он с возрастом, и, конечно, хотим, не хотим, один день надо будет выкинуть этого тела. Поэтому мокша автоматом нам дается когда-нибудь. Лучше так морально заранее, чтобы жить без этих дневных стрессов. О, я это потерял, я это могу потерять. Мокша. Можно от этого тоже освободиться, можно от этого. То есть не держать какой-то привязанный к чему-то особого. Вот это мокша. А сейчас будем употреблять мантра. Я буду говорить, наша цель будет посмотреть на Лакшми, визуализировать его над нами. И когда я говорю мантры, то как капельница, там вот это так, через макушку льется, внизу идет мантра. И в процессе, как только она прикасается, мантровская энергия, к сердцу, то сердце становится богатым. Вот это благословение богини Лакшми. Богиня богатства. Бога Матери богатства, скажем так, во форме богатства. Бога Матери во форме богатства, более верно будет. Есть у каждого Бога есть своя вот эта спутница, которая имеет ее энергию. Без нее он никакой, то есть не может. Он форма, но энергии нет, он ничего не может. У Шива есть Парвати, у Брахма есть Сарасвати. А у Вишну есть Лакшми. Лакшми также считается дочерью богини Дурга. Ну, конечно, все эти богини, они у них род тоже. И просто закрываем глаза, понимаем, что Лакшми – это духовное богатство. И ощущаем, открываем макушку, открыт. В этом мире ковида все закрыто, и маски на лицо, и вот сердце лицо, и вот сердце там маски, и все закрыто, и все в режиме безопасности. Все отдели доспехи разные, ходят по жизни. И, конечно, мне не радостно. Теперь открываем свою макушку, чтобы получить благословение. Просто Шрия, Шриеха, Нама, Ом Шри, Шриеха, Нама, Ом Шри, Шриеха, Нама, Ом Шри, Шриеха, Нама, Ом Шри. Ом Шри Шри Намаха. Ом Шри Шри Намаха. Сердце открывается, как золотой лотос. И мы излучаем, делимся благословение от Бога Матери Лакшми со всеми бедными и больными. Ом Шри Шри Намаха. Ом Шри Шри Намаха. Ом Шри Шри Намаха. Чтобы ощущать это ее благословение, она очень тонкая, золотая. Бога Матери Лакшми не любит гордость. Все, что говорит, это мое. От нее во время намаха надо освободиться, и вы будете более и больше ощущать ее благословение. Пусть просто
когда во время нама освободите от свою ложную гордость. Я такой, я сякой. Мне это надо, мне этого не надо. Все, что связано с материальным миром. Одна по рассказу ведических. Однажды Бог, король богов, который является Индра, его дали такой проклятие. Ему подарили цветочек, и он цветочек так не выражал достаточно уважения. Он отдал этот цветочек или там гирлянда этих цветов там своему. Он у него там как средство транспорта у король богов есть слоны, эравата. И эравата выбросили это куда-то так, как простой подарок, который был цветочный, он выбросил на земле. И тот, который подарил, был такой риши дурваша. Он обиделся и сказал, что пусть ты потеряет. Пусть у тебя будет невезение. И когда Индра вернулся, то там, где Бога жили, один из людей стали очень материальны, и от этого начался крах этого цивилизации богов. И люди начали увлекаться вещами. Вот так и написано в ведической, что люди увлекались материальными вещами, неживыми объектами, начали интересоваться очень много. Ну, так написано в санскрите. И от этого начинается то, что они становятся слабыми, и демоны начинают побеждать, и тогда Вишну советует всех богов, что сделайте там такой вот это, вы сами это не можете, надо достать из дна там океана разные там вот сокровища. И тогда вот опять то, что называется мантан, называется. То есть они делают как вот в океане, они из океана, как примерно как из молока делается сливки, поднимают разные то, что одни океана были. И там поднимается Лакшми, который выбирает Индра. И только тогда боги начинают побеждать над демонами. Но она не любит материализм. Поэтому все свои привязки к вещам оставьте, и тогда вы будете ощущать ее благословение. Минуту. И как очистить, когда вам мантра, я буду говорить нама, просто от сердца изгняйте, освободите от всего, то, что тяжело у вас, все, что вот это мое, вот это мне надо, вот это мне не надо, вот это мне очень необходимо, вот это у меня лишнего, все эти мысли связаны со всеми вещами, которые нам кажется не владеем, а в самом деле, которые контролируют нас, потому что у нас они в голове. И поэтому сейчас просто приготовьте намерение и пропускайте мантру через лотос в свою макушку. Представляете, что над макушкой лотос, имеет открытый рот, туда капает благословение Богоматери Лакшми. Октябрь ее месяц, чтобы вы знали. Ом Шрия Шрия Нама. Ом Шри Шрия Нама. Шри Шрия Намах. Ом Шри Шрия Намах. Ом Шри Шрия Намах. Ом Шри Шрия Намах. Ом Шри Шрия Намах.
ॐ श्री श्रेया नमः ॐ श्री श्रेया नमः। Вашим сердцем есть одно сокровище, которое нужно разделиться со всеми людьми на планете. Это золотая ваша улыбка от сердца и смех радости, который вы раскрываете внутри себя, получая благословение. Благословение очищает сердце от всего тяжелого, и сердце становится детским. Способности смеяться и радоваться жизни. Раскрыв свою бесконечную духовную власть и богатство сердца, просто отдаете в своих мыслях смех, радость, любовь всем окружающим, виданным и невиданным. Вот это настоящее богатство. Ом Шри Сия Намах. Ом Шри Сия Намах. У вас будет желание улыбаться и отдавать эти улыбки всем бедным, больным, все, которые переживают, все, которые потеряли работу из-за ковида. Чтобы работать с ковидом, начинаете увидеть в ковиде благословение. Ом Шри Шрия Намах. Шри имя, святое имя Махалакшми. Маха – это мега. Лакшми – богиня богатства. Шри – ее имя. И у нас всегда называют вместе мистер, мы можем называть Шриман, Шримати для мужчины и женщины. Шриман для мужчины, для женщины Шримати. То есть вы благословленный богатство. А вы не все себя открываем свое сердце, наше богатство. Смеяться сердцем мы всем раздаем. Всем, которые переживают, все, которые обижены, все, которые страдают по-разному. Ом Шри Шрия Намах. Ом Шри Шрия Намах. Ом Шри Шрия Намах. Получаете через макушку, ум получаете благословение от Бога Матери Лакшми. Золотая энергия благословения льется до сердца. Сердце открывает и становится богатым смехом и радостью. И вы эту золотой смех и радость отдаете и разделяете и поделите со всеми. Таким образом, вы сами становится бесконечным богатством. Ом Шри Шрия Намах. Ом Шри Шрия Намах. Самое главное, что сердце улыбается, смеется. Сердце перерождается, как детское сердце, улыбается золотым смехом, излучает смех всем виданным и невиданным на земле. И таким образом наши собственные все тяжелые мысли исчезают во время этого благословения, распространения благословения и служения для всех. Служим, распространяя свое богатство, улыбок, счастье и радость от сердца. Опять получаем через макушку. Ом Шри Шриям Намах. Ом Шри Шриям Намах.
Ом Шри Шриям Намам. Ом Шри Шриям Намам. Вы залируете и видите, что ваше сердце стало золотым, открытым лотосом. Лотос, который улыбается смехом, радостью. Излучаешь и делишь свой смех и радость от своего золотого благословленного сердца со всеми видами и невидами. Ом Шри Шри Ям Нама. Ом Шри Шри Ям Нама. Во время нама освобождаете себя от всех материальных ограничительных мыслей. Вот это мне надо, вот это мне не надо, вот это у меня есть. Все материализм. Освободите, чтобы благословение от матушки зафиксировались и стали быть частью вашей сердечной энергии навсегда. Ом Шри Шри Ям Нама. 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 Еще раз можете посмотреть на четыре руки и то, что матушка Лакшми во время октября особо дает благословение к духовному богатству бесконечности внутри. Чтобы мы могли, а бесконечное богатство, конечно, это богатство сердца, а сердце какое богатство, смех и радость. Излучайте и делитесь со всеми, и таким образом будет у вас ощущение, что вы переродились. Как ребенок божественно ощущает, который не боится ничего и смеется. Вспомните, когда последний раз смеялись. И исправляйте это. Исправлять надо, если давным-давно... Мне сегодня кто-то заметил, что вот у меня там вот это, может, все окей. У него не такая депрессия, как ты считаешь. Или... Ну, окей, спросите, когда последний раз он громко смеялся. Больше, чем 2 года назад. Или... То есть, если не смеемся, не можете вспомнить последний раз, когда громко смеялись, то это плохой признак. Надо с мантрой открыть сердце, смеяться. Не имеет значения, что есть, то не есть. Это материализм такой вот, это просто не дает никогда не смеяться. Ом Шри Шриям Нама. Нама означает not me. Нама. Шри – имя Бога. Имя – ее святое имя Бога. А Шриям – это любимое. Ом Шри Шриям Нама. Но корни тоже сами. Шри. Богатство. Духовное богатство. Ом Нама Шивай. Ом Нама Шивай. Ом Нама Шивай. Главное, что ощущать, как благословение, воспоминание Лакшми открывает макушку, льется энергия богатства духовного. Доходит до сердца, сердце превращается в лотос, который улыбается и смеется. И даешь, и служишь миру своим смехом от сердца. Ом Намах Шивая. Ом Намах Шивая. Ом Тат-Сат. Если надо, какой-то вопрос будет, можете потом переслать или задавать. До свидания.